知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必败。Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Энгрей, и пусть в вашей душе станет теплее с игрой Romance of the Three Kingdoms. Восьмая часть серии. В рамках знакомства серии Romance мы знакомимся с этой игрой. Играем на эмуляторе, поэтому, в общем-то, визуал из-за этого страдает. The Fall of the Han. Линия Хань. Любопытно. А, это желтые тюрбаны. Вот их назвали здесь не как обычно желтые. Это период один из самых таких интересных, потому что... О, здесь можно в рамках одного периода выбирать года. И тут, кстати, Юань Шао. Захватывает кое-что. Здесь наоборот некоторые теряют свои. Солнце исчезает, к примеру. Так, ну давайте выберем вот этот год. Офицеров у нас нет, поэтому в принципе. Ух, как тут плохо, конечно, все видно. А, Дон Жуо, кстати, еще жив. Гон Сун Зан, Гон Су Ду, Хан Фу, Кун Ронг. Ой, как же жестко-то. Матэнг. Так, выбрали кого-то из семейства Сун. Не очень понятно, зачем мы всех этих офицеров набрали. Мы типа что, условно, за каждого будем играть? Это звучит весьма странновато. Настраивать оба карту не буду, потому что, как мы видим, опции смотрятся весьма так себе. А тут же какая-то вкратце о том, что происходит. О желтых тюрбанах нам рассказывают. Что подводитель Жан Джао они восстали. И различные лорды, в общем-то, объединились, чтобы уничтожить это восстание. Я так понимаю. Такая мини-интерактивная карта. Тут про юного императора. Ну хотя тут какие-то даже вот из истории что-то
чуть подробнее рассказывают нам. Чем в предыдущих играх. Обычно все-таки, когда ты начинал игру, там был довольно коротенький текст в основном. Тут прям нам решили поведать очень много. Сун Джиан с армию Чанг Ша. Давайте послушаем. В общем, просит он высказаться своих офицеров, Сун Джиан. Что типа нам всем делать? Серьезно? Я не ожидал. То бишь, каждый офицер у него есть здесь, у него... Вау. Вот это вот максимальное. То, чего я не ожидал. То бишь, я отдельно за Чингпу что-то должен сделать. Так, понимаю. Тактика. То бишь мы выбрали некий план, он его оценил и сказал, что, в общем-то, этот план будет неудачный. Но при этом Чинпу, в общем-то, дальше. Давайте шпионить за кем-нибудь. Кстати, Сун Джиану эта идея понравилась. Жума. Так, ну давайте с Чингпу закончим, Сун Цэ. Вау, максимально необычно это выглядит. То бишь за каждого я должен сам что-то делать. Или нет? Нет. Ладно. Странно, за тех не мог ничего делать, а вот этот может. Также может шпионат тактикой. Давайте тактика Riot. Вторжение в Чанган. Можно просто... что-нибудь надрафтить интересного. Десять тысяч одного человека нанять. В общем, Сун Джиан это одобрил. Знаете, это прям выглядит как реальное некое заседание в неком сенате, типа того. Сун Джинг, еще один из родственников. Так понимаю, это попытка переманить некого лорда. Лорд Гуоси. Забавно, конечно, город выглядит, надо сказать. В общем, не получилось у нас переманить этого Гуоси.
Жужжи. Жужжи у нас отправился шпионить. О, теперь мы управляем самим Сунджианом. А куда больше? Персонала. Создадим альянс. Кем? Юю, Кунрон. С учетом, что мы находимся так внизу, нам этот... Там, в принципе, можно было бы города захватывать ближайшие. А, вот по автомату. У них, кстати, не было войска, но автомат им выдал. Сунджиан будет 14 тысяч. Пуангаи 6700 и Чимпу 7800. Я думаю, битва будет выглядеть, как и в предыдущей части. Потому что сами мы этим не управляем. Это просто условное что-то на КДА, так и есть. Это и есть битвы, вот это вот? Блин. Знаете, тот момент, когда даже в первых частях и то была хоть какая-то тактика, и ты сам управлял. Я так понимаю, мы выиграли. Мне так кажется. Да? Город захват. При этом, при том, что этот город ничейный, в нем была армия защитников. Не очень понимаю, что это после битвы мы делаем. Но какой-то... Я отправил офицеров на какой-то патруль. Как же все максимально странно выглядит. Какой-то совет, на котором мы... А теперь мы за Хуангаи должны что-то в городе делать. Рота. Репэйр. Поля. Так, понимаю, мы улучшили поля местные. Замок. Можно поговорить. Кем? С Сунджианом. И что это будет? Я вызвал его на... Нет, не на словесную дуэль, это дуэль вполне себе физическая. Забавно. А, это вообще управляю за обоих одновременно. Но мы хотя бы увидели, как битва происходит, и видим, как происходит дуэль. Селик.
парировать. Лука сможет парировать? Как-то не очень. Выглядит, конечно, это... По тем временам, может быть, и не так уж и плохо. Я бы хотя не сказал бы, вот я сейчас прохожу в основном 11-ю часть. Я бы не сказал, что это выглядит как-то супер великолепно. Здесь даже если ничего не выбираешь, как я понимаю, все равно происходит бой. Сунджан победил. Не очень понятно, что это было. Это как бы тренировку я выбрал с ним или что? Ну да, он сказал, типа, это весело. А, все, закончились. Теперь за следующего. Боже, я, короче, выбрал отдельно играть за каждого. Помимо какой-то... Гифт. Ну, давайте подарок кому-нибудь. У вас, кстати, есть меч. Ченкпу дадим. Чё в бараках? Тренировать. И кончились. Давай улучшай поля. ИНН. Патрулировать. Что-то хотел за него поговорить. Так, кстати, башня. Что можем на башне? 5 патрулей. Обсерв. Магазин. Мне не дали ничего выбрать, но я что-то типа купил или продал. Бай, продать. О, здесь, кстати, можно продавать, но это не очень хорошо надо. Давайте опять товар. Сунджинг. Он пришел в другой город. Да, так и есть. К Любу. Вау. Кстати, портрет Любу можем заценить. Ну, такое неплохое. Так понимаю, в этих играх, конечно, очень была развита социальная составляющая. То, что ты можешь... Прям вот ходить, договариваться, скажем так, улучшать какие-то отношения. Это мощно, на самом деле. Он же, я так понимаю, вот этот совет, он, наверное, раз в месяц бывает. А вне совета, я так понимаю, все, что они делают, это вот, ну, как раз вот это вот. Все, что доступно им в городе.
какие-то мини-события, скорее всего, происходят. У нас таверна, возможно, просто не построена. Фактория. Что значит фон? Тренировать. Фри это, наверное, свободный офицер, я так понимаю. В G один есть. То есть мы можем пойти лично прям его, скорее всего, нанять. Ну что-то я его, кстати, не вижу. В замке он точно не обитает. А вот, кстати, лояльность. Ло, это ж на лояльность. Просто интересно, знаете, вот стало, когда будет новый совет? Пока просто попропускаю. О! Бандиты напали. Да, как раз на новый захваченный нами город и еще на какой-то, но не на наш. Сейчас будет битва с бандитами? Нет. А вот новый месяц, да-да. В общем, да, все решается основное, такая, как, не знаю, мировая политика или политика страны решается на вот таком вот совете. Каждый что-то предлагает. Это напасть, не напасть. Марш. Ну, так понимаю, только на соседние города и можем маршировать. Я так понимаю, у нас в каком-то городе осталось лишь трое, а все остальные в других городах. Поэтому война происходит с пятью вот этими фигурками. Три наших фигурки победили их. Три. Короче, да, эта игра чисто, вот знаете, такая прям именно совсем политичная. Она военная часть здесь просто минимализирована. Минимальное значение имеет. Социальное общение с людьми, что ты делаешь в городе, ты можешь общаться с другими офицерами других. Прям вот вот эти вот идеи Ронина в предыдущих частях, которые по сути Ронина, это именно японские вообще наименования самураев, которые как бы никому не принадлежат, скажем так, нищие, возможно, даже скорее. Очень много того, что можно почитать. Всяких событий происходит, высказывания офицеров. Хотя они, скорее всего, в итоге повторяются. Ну что ж, друзья, тогда на этом давайте с вами и закончим. Вот такая вот она. Восьмая часть. Следующая будет девятая. А потом и до десятой даже дойдем. Все они на PS2. Так что вот как-то так. Будем дальше. Дальше изучать серию Romance of the Three Kingdoms. На этом всем спасибо за просмотр.